1 июня в нашей стране отмечается День защиты детей. Защиты прав ребенка на счастливое детство. Внести в государственную заботу о детях свой посильный вклад – основная и каждодневная обязанность нас, взрослых. Эту простую истину понимают те, кто в преддверии знаменательного дня организовал и провел замечательный праздник, собрав на открытой природной площадке около 500 школьников из Алтуда, Шалушки, Благовещенки и города Прохладный. Организаторами и спонсорами выступили известные в республике предприниматели Хасан Хутатов и Хадис Абазехов, которые уже не в первый раз проводят в Прохладницком районе благотворительные акции. Сегодня, в преддверии Дня защитника детей, мы организовали для детей праздник. Мы хотим, чтобы этот праздник доставил радость детям, чтобы будущее у них светлое было, чтобы они стремились к тому, чтобы стать настоящими людьми, настоящими борцами за свободу, за независимость, за счастье свое. К кому мы не обращались, все помогали. Директора школы, местная администрация, город, район, все откликнулись. Надо сказать, что идея подобного мероприятия была активно поддержана главами задействованных администраций, которые, несмотря на определенные организационные сложности, неизбежные в работе с детьми, провели четкую и слаженную работу. Организаторы обеспечили охрану территории и дежурство бригады скорой помощи. Еще до приезда школьников участников праздника благословили служители ислама, приветствуя их благое начинание, поскольку благотворительность является одной из главных человеческих добродетелей. Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Праздничное угощение, спортивные соревнования, игры, танцы, концертная программа, вручение подарков и все те веселые и шумные развлечения, которые так любит детвора. Были и традиционные адыгские обряды, такие, например, как раздача олимпийских монеток, символизирующая изобилие и удачу. Особую сказочную атмосферу создали ведущие праздника, одетые в яркие костюмы мультяшных героев. В общем, праздник удался. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Сюрприз! Сюрприз! Сюрприз!
в ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Из Антошки. Будем петь Антошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Дили-дили, крали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Чам хлопал, если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно.
трудно. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. Ара! 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 Ара!
Был я в городах и в разных странах. Много я прошел дорог чужих, но нигде прекрасней нет девушек горянок. Кто сравнится с красотою их? Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди.
Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее. Многое в жизни этих ребят сотрется из памяти, но такие дни, как этот, запомнятся навсегда. А еще он даст добрые плоды. Потому что моменты счастья – это главный источник, дающий ребенку жизненную энергию и раскрывающий его творческий потенциал. Каждый из этих юных существ – часть нашего будущего. И не может быть счастливым отдельно взятый ребенок в обществе несчастных детей. Помогая другим, мы помогаем себе. Детство – одно на всех.